На территории Одинцовского округа открылись елочные базары. Здесь в ассортименте представлены русские и датские ели – лапники. Жители муниципалитета также смогут приобрести новогодние композиции из еловых веток. На территории Одинцовского городского округа открылись елочные базары. Они украшены у нас брендбуком «Зима Подмосковья-2023». Продавцы-консультанты у нас предлагают скидки пенсионерам и семьям мобилизованным. Характерный хвойный запах и изумрудные иголки помогут не ошибиться с выбором новогоднего дерева. Также стоит обратить внимание на ствол. Он должен быть ровный и без трещин. И еще один важный пункт – наличие специального документа на продажу. Этот сертификат официальный, то есть все законно. И мы тут до 31 числа. В Одинцове елочные базары расположены на улице Маршала Неделина и Говорова 9А. Существует доставка для тех, кто не может посетить точки торговли. Кроме того, приобрести праздничное дерево возможно и рядом с торговыми центрами. Екатерина Крамер, Олег Кривоножкин, телекомпания «Одинцово».